Данил. Здравствуйте, Олег Васильевич. Очень хочу заказать у вас кусочки абрикосов. Скажите, когда у вас начнется прием заявок? Ну, в принципе, прием заявок и не кончался. Наверное, ближе к осени или сейчас ставить заявку. Дело в чем. Чем дальше, тем меньше шансов на урожай, нормальный урожай этого года. Поэтому вот это прошлогоднее у меня. Прошлогоднее. Лежат себе, не портятся. Значит, я всем говорю так. Воля ваша. Заказывать, ну, мало пока. Вот. Ажиотаж кончился до осени. Но они думают, как? Если у меня не будет чего-то со свежего урожая, мы это и осенью успеем заказать. Ну, что-то успеете, что-то не успеете. Вот. Поэтому я не настаиваю, я не давлю, я не это, не это, с картину не ухудшаю, не очерняю. Картина такая. Вот. Лучше заказать сейчас, а потом спокойно ждать осени, дозаказать еще. Вот. И вспоминать этот год, когда я продавал прошлогоднее. Мы с вами уже дружили. Вот. Многие из вас уже эту историю знают, что не было у меня. У меня два было катастрофических года, когда один из них выглядел такой. Ничего не было вообще. А я продавал прошлогоднее. И меня тогда удивило, что очень мало было претензий. Ну, в принципе, их и не должно быть, когда человек пишет, что вы мне прислали сухие, они не взошли. Но ему хочется как-то это... Ну, по-человечески я его понимаю. Ну, надо найти виновного. Ну, надо. Вот. Так бывает. Или вы прислали гнилые. Вот. Или, ну, как гнилые, я вообще понять не могу, как можно прислать гнилые, когда у меня система отработана, ну, влажность. И получается так, что я бы заказал сейчас. А осенью или дозаказал, или знал, по моим словам, что лишний год совершенно не мешает схожести. Это был год специально, мне уничтожен был весь урожай. В мае морозы ударили во время цветения. Вот. Но тем не менее, это дало возможность убедиться, я же тысячи семян разослал. Вот, убедиться, что сухие качества, схожести не потеряли как минимум. Как минимум, потому что практически не было обид. А вы все это знаете, потому что сотни фильмов было снято, и уже вебинары начались. Вот. Ладно, с этим понятно. Цену пока не повышал.